вечер на канале Афро Мангу Мукбанго. На канале Афро Мангу Мукбанго. Это очередной мукбанг. Суп. С чем он? С лапшой, с луком, с чесноком, с баранинкой. Да. Вот у меня еще хлеб с горчичкой. Вот. Так, ну что ж, приятного аппетита, кто и обедает. А, горяченький супчик. Мясо на косточке. Так, давно я не читал советы. Вот. Полезные советы имеется в виду. Мелкие косточки могут попадать. Осторожно, слышишь? Да, да. Бульоне. А, в бульоне. Потому что разрубила кость в магазине. Попросила разрубить. В общем, советы по готовке пищи. Thank you.
В общем, поем, почитаем салаты. О, советы. Действительно, кость разрубили на мелкие части. Thank you.
Все. Невозможно есть там одни кости, разрубленные. Так-то вкусно, но кость просто разрублена. Все. Читаю советы. Так, поехали. Как быстро очистить овощи от семян? Чтобы легко вынуть семена из тыквы, кабачка, используйте специальную ложку для мороженого. Ее заостренный край легко избавит овощи от семечек. Также этой ложкой можно было красиво оформлять мелкорубленные салаты. Как избавить приготовленное блюдо от лишнего жира? Если готовое блюдо оказалось неожиданно наваристым, можно легко удалить излишки жира с помощью пары кусочков льда и бумажного полотенца. Заверните лед в салфетку и проведите по поверхности блюда. Лед притягивает плавающий жир, как магнит, и тот застывает на салфетке. Обращайтесь с пищевой пленкой, как шеф-повар. Пищевая пленка тянется и рвется. Храните ее в холодильнике, как поступают все шеф-повара мира. Холодная пленка слегка легка в обращении, меньше прилипает и не вызывает привычного раздражения. Легко чистим цитрусовые. Так. Совет специально для тех, кто не любит чистить апельсины, лимоны, мандарины. Поместите фрукт в микроволновую печь на 20 секунд, после чего легко очистите плод от кожуры. Так. Упростите очистку вареных яиц. Добавьте соду или уксус в воду при варке яиц. Оба вещества проникают внутрь скорлупы и облегчают отделение от белка. Как выжать больше сока из цитрусовых? Чтобы получить максимум сока из лимона, сначала охладите фрукт, а затем отправьте в микроволновку на 15-20 секунд. Как легко натереть мягкий сыр? Перед натиранием поместите сыр в морозилку на 30 минут. Затвердевший сыр не будет прилипать к терке и станет более рассыпчатым. Что делать, чтобы не плакать при нарезке лука? Перед тем, как резать лук, положите его в морозилку на 30 минут. Правда, этот способ подходит только если вы собираетесь в дальнейшем поджарить лук или отправить его вариться. В салаты в таком виде его не стоит класть. Как варить макароны? Чтобы не ждать, пока вода, в которой готовятся макароны, закипит, или не проглядеть ее, поместите поверх кастрюли деревянную лопатку или ложку. Дерево не позволит поднявшейся
пене перелиться через край. Как приготовить целую птицу. Когда запекаете курицу или другую птицу, целиком кладите ее на грудку. Дело в том, что в грудке больше всего мяса. Чем ближе она находится к источнику тепла, чем скорее она пропечется. Так, пергаментная бумага для кексов. Если у вас нет специальных формочек для кексов, используйте пергаментную бумагу вместо них. К тому же, с помощью этого способа у вас получится нестандартные кексы, которые будут смотреться гораздо интереснее. Разогреваем выпечку правильно. Чтобы разогреть пиццу или любую другую выпечку в микроволновке, поставьте рядом стакан с водой. Таким образом, испаряемая влага не даст слишком пересушить запеченную корочку. Готовим идеальную яичницу глазунью. Налейте столовую ложку воды в край сковороды. Накройте сковородку крышкой, точно подходящей по размеру. Вода превратится в пар и приготовит вареную часть яичницы. Благодаря этому на желтках образуется пленка, а внутри они останутся жидкими. Так. Правильно храним очищенные орехи. Заморозьте очищенные от скорлупы орехи, так они сохранят все полезные свойства, вкус и аромат. Высыпьте очищенные орехи в герметичный контейнер, плотно закройте и поместите в морозильную камеру. Не стоит предварительно обжаривать ядра, иначе пользы от них уже никакой не будет. Орехи в контейнер необходимо класть сырыми. И еще одно преимущество такого способа хранения. У орехов не появится прогорклый привкус, образующийся со временем, если хранить их при комнатной температуре. Да. Вот такие вот советы. Ну все. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписываемся на канал. Ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Вам не трудно, а мне приятно. Здоровья, счастья, успехов, всего-всего самого хорошего. До свидания. До следующего видео. Чао.